Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 3 мая 2021 года. На улице очень тепло, 15 градусов тепла. Иногда выглядывает солнышко, но терпимо. Два дня подряд лили проливные дожди. Вот так хорошо нам все полило. Ягодка набралась сил, растет. Иду вам показать, как у меня растет редисочка, которую сеяла я в середине марта. А это вот мой красавчик, лордик мой. Лордик, на имя не реагирует особенно. Он на малыш, малышом зову, лучше реагирует. Ягодки мои приживаются потихонечку, помаленечку. Вчера вот высаживала такую допотопную капусту. Выбросить жалко. Ладно, может, что-то и приживется. Вот сельдерей уже пора высаживать. Вытащила его на улицу. Мне столько много его, конечно, не надо. Я посажу кустиков по 20, остальное выброшу. Курочкам отдам, пускай сидят. Вот. Это у меня капуста цветная, по-видимому, будем сажать. Вот так моя 18-дневочка редисочка. Чувствует себя хорошо. Еще купила редисочки 18-дневки. Она розовенькая такая. И надеюсь, будет сладенькая, потому что дожди льют у нас проливные каждый день. Полив не требуется. Мы, как говорится, свою энергию не тратим на полив. Ну, думаю, через недельку уже можно будет пробовать что-то к родительскому дню. Надеюсь, если солнышко посветит, то и что-то начнет завязываться. Так дружно сходит лучок на зелень. На головке вряд ли буду я оставлять. Вот видите, жалко мне щавель. Вот этот два куста мне придется выкопать. Ну, никто его не ест, такую красоту. А нужно лук-слизун высадить. Я его высаживала, в самые морозы сидел, но вроде бы жил. Хотя листочки побелели. Ну, вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Пока!